спит на шелковых простынях, у нас сразу возникает мысль, что это принцесса, да, королева. Да, слишком дорого, слишком шикарно, не могу себе позволить. Вот все эти мысли крутятся у нас в голове, когда мы говорим шелковое постельное белье. Но мы ломаем все стереотипы. Постельное белье – соблазн. Соблазн! Позвольте соблазниться и, возможно, соблазнить, потому что это белье так и манит, так и притягивает. И это шелковое постельное белье. А посмотрите, какой здесь эффектный рисунок. Надя, вот глядись, расскажи свои ассоциации. Ну, ты знаешь, когда я видела интервью, как женщины рассматривали наш комплект постельного белья, больше у них не было такой возможности посмотреть в развернутом виде, во всей красе. У вас такая возможность сейчас есть. Полюбуйтесь, пожалуйста, на экраны, оцените. Я в восторге. Ты знаешь, так понимаю, что это стилизованная живопись, роспись. Не знаю даже, как назвать эту технику, но однозначно очень высокохудожественно выполнены эти цветы. Вот, Надя, как ты правильно заметил, действительно, это высокохудожественное, как произведение искусства. Заказывай сегодня, вы получаете шелковое постельное белье. Гладкое, приятное, нежное. И, конечно, это постельное белье для ценителей роскоши. Если вы еще никогда не спали на шелковом постельном белье, позвольте себе это блаженство. Позвольте себе этот новый опыт. Я уверена, вам понравится. Ну, а сейчас давайте зададим самый главный вопрос нашей Оле Мокшиной. Оль, я когда слышу слово шелк, конечно же, я настораживаюсь, потому что шелк — это должно быть очень дорого. Да. Более того, самый капризный материал из всех известных. Но когда ты говоришь о том, что это шелковое постельное белье, поясни, пожалуйста, насколько оно будет практичным в эксплуатации. Это современное шелковое постельное белье из эко-шелка. Это современная ткань, которая также нежна на ощупь, также гладка. И посмотрите, и как она блестит. Да. Она соответствует всем свойствам натурального шелка, но при этом еще и прочная, надежная ткань. То есть если на шелковом постельном белье из натурального шелка, ну, практически, знаешь, к нему коснуться нельзя. Оно нежнейшее и, конечно, не такое прочное. Но, выбирая из эко-шелка постельное белье, вы будете спать на нем, абсолютно не боясь, что оно может где-то поползти что-то. И это постельное белье будет служить вам долгие годы. Слушайте, ну вообще-то, если честно, на моей памяти впервые спецпредложение. Это настолько эксклюзивный комплект постельного белья, потому что обычно это что-то классическое. Сегодня у вас есть реальный шанс заказать такое постельное белье, которое вы еще не пробовали. Это темные расцветки, это шелковая текстура и фактура. И это ваша скидка за люксовый комплект постельного белья. Почему люксовый? Сейчас мы вам объясним. Олечка, я просто не верю своим глазам. Сюда же у нас входит комплектация расширенная. Давайте познакомимся. В новогоднюю распродажу, уже постновогодние дни, позвольте себе больше. И давайте познакомимся все-таки с комплектацией этого комплекта. Это двуспальный комплект, большой, роскошный, царский. Вы получаете две наволочки размером 70 на 50 сантиметров. Посмотрите, какой здесь анималистичный принт. И вот он, блеск шелка. С двух сторон наволочки у нас имеют такой рисунок, но это не все. Вы получаете еще две наволочки размером 70 на 70, на котором изображены фантастические цветы. Вы посмотрите, насколько они сказочно выглядят. Они вообще выглядят как голограмма. Как ты знаешь, раньше были календарики, которые переливались и подмигивали нам. Вот такое необычное постельное белье у вас есть возможность приобрести сегодня в спецпредложении. Если вы еще не делали покупок на нашем телеканале, так начните сейчас, потому что когда еще в следующий раз будет такое необычное, эксклюзивное предложение, я вам сказать даже не берусь. И сегодня, набирая на бесплатную доставку 4900, вы получаете в подарок бесплатную доставку. И, кстати, платить-то сейчас не нужно, я все понимаю. Новый год закончился, мы все с вами потратили много денег на стол и так далее, на подарки. Так вот, сейчас платить не нужно, оплачивайте, когда посылка приедет к вам. Давайте еще раз налюбуемся на шелковистый блеск, налюбуемся на цветы, причем цветы как живые. Обратите внимание, какие лепестки. И это гладкое шелковое постельное белье, которое подарит вам буквально ни с чем не сравнимые ощущения. Да, и еще хочется отметить, Надя, вы получаете не только 4 наволочки, вы получаете пододеяльник евроразмера 220 на 200 и простыню. И все это в огромном комплекте.
комплекте, причем еще красивая подарочная упаковка. Отлично, то есть подарок самому себе легко сделать сразу после Нового года, даже если у вас сейчас не осталось свободных денег, вы можете смело заказывать комплект постельного белья, который приедет к вам буквально в январе, где вы сможете расплатиться с ним тогда, когда пожелаете забрать с почты свою посылочку. Оля, у меня к тебе вопрос. Ты сказала, что это эко-шелк, мы сейчас наблюдаем красивые переливы. Прикасаясь, чувствуем эту нежность, чувствуем холодок практически натуральных материалов. У меня к тебе вопрос, как ухаживать за этим? Ухаживать материалом? Очень просто. Кстати, отмечу, вот это очень важно. Получили свое постельное белье, достали его из упаковки и сразу постирали при 30 градусах. Да. Это важно, потому что, когда шьется постельное белье, есть определенные условия, то есть это производство. От этого нужно белье обязательно свое постирать. Теперь, когда мы стираем постельное белье, ставим режим 30 градусов, и помимо моющего средства добавляем еще ополаскиватель. Вот тут я вам дам рекомендацию. Не жалейте ополаскивателя, и ваше постельное белье вас будет ласкать и ласкать. После того, как вы простирнули свое постельное белье, вы его отгладили один раз, я на это особый упор делаю, один раз его отгладили, и все, далее после стирок его вам уже не придется отглаживать. Служит оно долго, не электризуется, не накапливает статическое электричество, но а спать на нем – это сплошное удовольствие. Так и есть.